вся практика любая духовная, она предназначена для того, чтобы встретиться с Богом, не для чего-то иного. То есть, если человек хочет это, он приходит на какой-то духовный путь и искренне следует тому, что ему старшие советуют. Те, кто осознали, как встретиться с Богом, они просто говорят, как это сделать. Легче, проще. Очень трудно выдумывать свой собственный метод. Конечно, Господь в сердце, и Он слышит то, что вы хотите с Ним встретиться, если вы хотите этого. И Он сам подсказывает, как это сделать. Но, как правило, Он выводит человека через какие-то книги, писания и к тем людям, которые уже встретились с Богом. И от них можно узнать, как это сделать проще, быстрее. И для вайшнавов есть самый удивительный, самый простой способ встречи с Богом – это петь Его святые имена. Петь просто для того, чтобы Богу это понравилось. Так же, как каждому из вас понравится, если его кто-то любимый будет звать по имени. Очень нектарно звать. Или когда вас нет, и тот, кто любит вас, или кто ищет вас, он будет звать вас в разлуке с вами. Просто звать. И вам очень захочется появиться перед ним, когда вы услышите, как он зовет. Поэтому этот метод очень прост. Вы можете подпевать. Это удивительная возможность встречи с Кришной. Thank you.
Thank you.